Вылазь оттуда. Куда залезла? Уже не хотела снимать, но не могу, мои любимые. Такая красота везде. Я иду как в сказке. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все такое божественное, шикарное. Сегодня тетечка сказала, что очень любит осень. А я подумала, и зима тоже прекрасна. Особенно вот когда в Великий Новгород приезжаю, у меня как будто прощальный какой-то вечер. Особенно когда в Великий Новгород приезжаю, здесь такая шикарная зима случается. И лето обалденное, и весна такая шикардосная. Лезь сюда! Пошли! Пошли! Смотрите, какие тени на асфальте от листьев. Так красиво вообще, обалдеть. Да пошли, Люсечка. Не даешь мне снять, как мне нравится. Вообще. Так все. Шикарно. Просто шикарно. Обалдеть. И так можно втыкать. Сами. Там такие абажуры красивые в окне. Но не видно, яркий свет на камере забивает. Может, как-то можно при этом приблизить. Сейчас попробую приблизить. Может, будет видно абажуры. Ну, пожалуйста. Не видно. Просто видно яркий свет. Вот так вот. Иди сюда. Сюда, малышка. Сюда, не иди в грязь. Люсь. Кто-то мне сказал. А, Катенька сказала. Как же ты уедешь? А Хариточка? Она же будет скучать. Она тебя так любит. Она без тебя не сможет. Я ей сказала, так Харитушка ж не моя. Юлькина, она говорит, да ладно. А я вообще всегда думала, что она твоя. Не-а, не моя. Вообще. Хотя, как нет чужих детей, так и нет чужих животных. Все мои. А, как она тянет. Я хотела сфотать девушку. Не фотается, ну ладно. Значит, не надо. Хотела приблизить. И все вот эти хотелки приблизила. Но уже поздно. Уже совсем другой цвет. Совсем другое. Другая наполненность. Как же красиво. Если бы еще Харита не тянула, было бы вообще шикарно. Там вообще окно открыто. Ну все. Да, сегодня тепло. Она боится таких громких звуков. Харита сразу озирается по сторонам. Вообще красота. Люсь, не тащи! По-моему, ей бесполезно. Может, вот так говорить. Пушочки наши розовые уже потемнели. Нельзя. Иди сюда. Там ребенок бежит, она его хочет обнять и поцеловать. Иди сюда. Да иди сюда. Вот дурынь, да. Любит очень маленьких деток. Mm-hmm.